В одном из общежитий Ноябрьска полиция обнаружила взрывчатку. С заявлением в местный отдел МВД обратилась жительница дома. По ее словам, молодой сосед хранил в комнате опасный предмет. На место немедленно выехали полицейские. Осмотрев комнату, они нашли боевую тротиловую шашку весом 200 граммов. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто владелец взрывчатки и с какой целью она была приобретена.